Когда в 11 классе стал выбор профессии, то я выбрала профессию эксперта-криминалиста, и я поступила в Волгоградскую академию МВД. Приятно это, когда в производстве находится какая-то сложная, интересная экспертиза, например, почерковедческая, когда сравниваешь рукописные тексты или подписи, нужно установить, что это выполнено одним лицом. И бывают очень сложные случаи, и когда смотришь на проделанный объем работы и полученный результат, это довольно приятно. Занимаемся охраной общественного порядка на акватории Воронежского водохранилища. Помимо того, что помогаем людям на акватории Воронежского водохранилища, с эстетической точки зрения мне открываются самые лучшие виды. В данный момент производим охрану стратегически важного объекта для нашего города. Это железнодорожные мосты. И если остановится там под этим мостом какой-нибудь катер, уже, соответственно, начинают появляться у нас к нему вопросы. Зачем он здесь? Почему?